предыдущей работы у меня осталась краска. Значит, я брала две части флэт-ролла, одну часть красок и немножко воды. И в каждую, значит, стаканчик добавляла по две капли силикон. И поскольку у меня остались краски, сейчас я вам хочу показать еще одну интересную технику. Та же техника заливки, но в принципе, как мы можем использовать в дальнейшем, вот, для получения лучшего эффекта, то есть другого эффекта. Получилась такая картинка из остатка, такая комбинация техник, что ли, и вилка, и заливка. Вот, в целом интересная картина. Если вам понравилось, ставьте лайки, и до следующей встречи.